В Сургуте отремонтируют дорогу, которой не касалась строительная техника почти 15 лет. Речь идет о Югорском тракте. Это одна из самых оживленных магистралей города. Обновят участок автодороги от улицы Заячий остров до Энгельса. Ремонт сделают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В программу этот объект попал благодаря жителям города, которые выбрали его с помощью голосования. Стоимость проекта – 108 миллионов рублей. Работы на участке начались около 2 недель назад. До конца этой недели подрядчик обещает закончить работы по укладке первого слоя асфальта. А полностью работы по асфальтированию завершат до начала августа, что значительно облегчит движение автомобилей. Сейчас из-за ремонта проезд по этому участку дороги затруднен. После обновления проезжей части необходимо будет частично заменить ограждение и освещение. Технология стандартная. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. Сверху у нас щема, внизу крупнозернистая пористая смесь. Этот тип покрытия наиболее себя показал при истираемости, ну и по надежности. В рамках БКД в этом году выделено на 522 миллиона рублей на ремонт покрытия проезжей части протяженностью 5 километров 270 метров. Это общий объем, это 8 объектов в рамках БКД, это улица Крылова, улица Быстринская, 2 участка по улице Маяковского и вот 3 участка по Югорскому тракту.